Привет, Алина. А где что? Ничего, спи дальше. Просто ты так проспишь концерт. Какой концерт? Ай! Опа, принцесса слез? Ой, я пошла умываться. Я уже собрана. Хорошо, пошли. А у меня к тебе потом будет одна новость. Пошли. Важная. Так что ж, Вероника, я хотела сказать, где? Я здесь. Ой. Здрасте, не отвлекаю? А, нет, что вы. О, ну все, я потеряла. Ой. Так, я хотела сказать. Чё, они со мной? Да, хорошо. Всем привет. А-а-а, королева слез. Это она? Класс, королева слез. Привет. Привет. Привет, старая подруга. Ага, привет. Стоп, как привет. Это старая подруга? Ты дружила с королевой слез? Ну, я как бы это и хотела сказать. Класс! Да, привет, привет. Вау, ты такая крутая, обожаю твои концерты. Ага. А ты кто? Я просто 3 месяца только живу, я не знаю еще о тебе. Ой, какой миленький. Спасибо. Вау, я все время мечтала сходить на этот концерт. Стойте, подождите-ка. Это же мой самый дорогой эксклюзивный плакат. Ты что, королева, та самая Вероника? Ну, да. Не думала, что меня слушают королева. Ну, в принципе, королевы такие же обычные люди. Ну, мне пора. Хорошо. Я сейчас так, надену ладно. Свой любимый шарфик. Я пойду. Хорошо. Вероника! Что? Это срочно секретно. Да. По нашему с тобой спецзаданию нужно отлучиться от всех. И от диджея? И от Снеши? Ну, да. Ох, мои дети. Детюшеньки мои. Да срочно. Ладно, пока, мои детюшеньки. Там, с краешку, там, посидите, пожалуйста. Алиша, тоже, пожалуйста, уйди. Мои, все мои дорогие люди. Вероника, это срочно. Ладно, что? Так вот, по нашему спецзаданию. Принцессу слез украл кукловод. Прекрасно! Ладно, придумывай план. Как нам ее спасти? Просто это невозмутимо. Я бы этого кукловода так бы его, если бы встретила бы его сейчас. У меня нету идей, как можно спасти принцессу слез. Ну, как всегда, мы спасали. Да и к тому же, зачем она кукловод? Короче, ладно. В то время кукловод тащит принцессу слез. Эй, я тебе кто? Я кукловод. Ты что за чучело такое? Я не чучело, я кукловод. У меня много пленных. Мои менеджеры не говорили мне,
что я буду петь чучелу черному. А мне не нужно то, чтобы петь. Твои концерты я слушал только ради того, чтобы вычислить, где ты сейчас. Я пришел на твою дискотеку и, как сказать, наблюдал за каждым твоим шагом. И вот дождался момента, когда ты одна появилась, и я взял тебя с собой, чтобы сделать из тебя кукло. Я поняла. Ну, это понятно. Ты опять очередной папарацци. Я... самый высший злодей. Это что сейчас катает? Мне подыграть тебе или что? Какие же люди на данный момент тупые, не осознают, что происходит. Так что вы хотели? А, кстати, вы здесь Васю не видели? Знаешь что, давай я тебя сфотографирую, я же папарацци, вот посиди вот здесь, пожалуйста. Да, хорошо. Так, это клетка. Теперь я буду тебя шить. Зачем? Нафига? Так. Я вообще, вроде это авторское право. Меня запрещено делать. Ой. У вас нету разрешения. Здравствуйте. Добрый вечер. Так, мне нужно срочно поговорить с принцессой слез. Мы берем интервью у нее. Мы наконец нормальные люди. Короче, тыры-пыры, тыры-пыры, ля-ля-ля, тополя. Так, нам нужно с ней на эксклюзивное интервью. А что вы делаете? Я? Что я делаю? Ну, я шью куклу для королевы слез. Он меня даже зафоткал. Папарацци какие-то странные. А у вас телефон есть? У меня нет телефона. На что вы фоткали? Я ни на что не фоткал. Я просто взял частичку ее волосы специальным аппаратом, у которого нет никого. Ну, посмотреть? При этом сильная вспышка идет, поэтому она подумала, что я как будто сфоткал ее. А можно, пожалуйста, этот аппарат посмотреть? Он суперсекретный, нельзя. Ну, пожалуйста, мы никому не скажем. Ха. Думаешь, я поверю этим милым глазкам? Нет. Скажите, пожалуйста, вашего питомца кормить? Кормить, естественно. Хорошо, повелитель. У вас и питомец есть? Да. Я его тоже пропитал полностью гличом, параличом и белой жидкостью. Как он стал таким же, как я. А можно куклу поближе посмотреть-то? Нет. Мы ее заснимем для эксклюзивного интервью. Я ее еще не дошил. Ну, пожалуйста! На! Это единственный кусок, который я сшил. Спасибо. Бежу! Вероника, вырви там что-нибудь, пофиг что! Бла-бла-бла-бла-бла. Че? Бла-бла-бла-бла-бла. Как же они меня все достали. Я покормила вашего питомца, что делать дальше? Отцепись ты от меня! Делай все, что хочешь. Фу. Ой, фух, мы спасли вас, королева слез. О, спасибо, это что, был не папарацци? Это был злодей, кукловод.
Это самый страшный злодей в мире. Ну как в мире? А, ну тогда спасибо. Пожалуйста. Мы, в принципе, можно сказать, как герои каждый день спасаем от кукловода кого-нибудь. Да, Алина? Иди, да, ты иди. Ага. Вероника, я узнала кое-что эксклюзивное. Да? У кукловода есть какой-то аппарат, у которого нету ни у кого. Алина, я следила за ним. Я тоже это слышала. Так, что это за аппарат, ты не знаешь? Знаю, в моей книжке это написано. Это аппарат, Вообще, это аппарат, чтобы излечить любую болезнь в мире. Но он использует это не как для болезни, а как хватательную штучку. Обычно хватает волосок, добавляет его в секретную жидкость. И, ну, этим обладают целители, которые у нас, ну, допустим, Варя. У нее есть такая книжка про целение. А у меня есть все книжки о колдовстве, о существах и о целении, и о всем. Ладно, я попробую побольше узнать о кукловоде, а ты о этой странной, о этом странном аппарате. Поэтому до встречи. До встречи. Конец. Так и закончилась эта история. Нёрки, ты опять диджея обижаешь? Нет, ну прости, пожалуйста. А? Ну ладно. Всем пока.